В Твери стартовал ежегодный городской фестиваль детского творчества среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Тверская звездочка-2023». Заключительный гала-концерт из лучших творческих номеров состоялся во Дворце творчества детей и молодежи. За эти годы более 20 тысяч воспитанников дошкольных учреждений города, участников фестиваля, выступали на главной сцене Дворца. Выступлениями детских дошкольных образовательных учреждений завершилась фестивальная неделя конкурса «Тверская звездочка-2023». Основная задача конкурса – поддержка юных талантов, эстетическое воспитание и развитие творческих способностей у детей младшего возраста. В этом году в нем принимают участие 830 детей в возрасте от 3 до 7 лет из 70 дошкольных учреждений города. История этого события уходит в 1994 год, и фестивалю сегодня 29 лет. За это время более 20 тысяч дошкольников стали участниками и лауреатами данного фестиваля. Фестиваль открыл целое созвездие талантливых детей, созвездие педагогов, которые подготовили наших ребят, созвездие ответственных родителей, которые занимаются эстетическим воспитанием своих детей. Я думаю, что фестиваль «Тверская звездочка-2023» порадует наших горожан новыми талантами. Первыми на фестивале выступили воспитанники детских садов Заволжского района. За ними на суд зрителей и конкурсного жюри свои номера представят те, кто посещает детсады в Центральном и Пролетарском районах города. Творческие коллективы представили лучшие песенные и танцевальные номера и хореографические композиции. Как готовились? Долго, но девчонки справились и нас выбрали. Получится перед выходом на сцену? Всякие подскоки, прыжки и много еще чего. Нет, один мы учили финал, один финал, второй наш и третий еще картинку. На сцене Дворца показали свои навыки и умения более 300 талантливых детей. Участники фестиваля «Тверская звездочка-2023» стали его лауреатами и были награждены дипломами и призами.